В поселке Лесная Быль проживает более 200 жителей, и для получения медицинской помощи ранее им приходилось обращаться либо в Чердаклинскую районную больницу нашу, либо обращаться в город Ульяновск. Теперь ФАП буквально через дорогу. Сдать анализы, пройти срочное обследование и даже купить лекарства можно будет, не выезжая из поселка. Кабинет приема фельдшера, приема акушера, где будет стоять акушерское кресло. Комната хранения лекарственных средств, так как у нас будет лицензия на хранение и отпуск лекарственных средств, потому что здесь в данном населенном пункте нет аптеки. Процедурный кабинет, стерилизационная, санитарная комната. Мобилен и многофункционален модульный ФАП построили за пару месяцев. Специалисты отмечают, что в случае необходимости его можно перенести. Всего на строительство фельдшерско-акушерского пункта ушло 8 миллионов рублей. Осталось закупить мебель и оборудование. И физически, и финансово нам тяжело добираться до города, потому что это все в деньги упирается, и где-то ты постоял в очереди, у тебя давление поднялось. Мы уже не молодые. Конечно, нам вот этот медпункт – это вообще очень вообще хорошо. Этот ФАП откроет 25 декабря. До конца текущего года в Ульяновской области заработает 5 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики. А до конца 2024 года закупит 31 мобильный комплекс и откроет 2 офиса по защите прав пациентов. Марина Тимофеева, Иван Демидов, репортер 73.